Всем привет, вы на канале Smells for You. И кто подписан на мой инстаграм, знает, что на 3 дня я уезжала. И дала улиточкам еду, кабачок. И уехала. Взяла с собой только вот этих вот фулечек. Потому что думала, что как только я уеду, они снесут кладку. Поэтому взяла их с собой. Но вот эта фулика не снесла кладку. Зато вот эта, когда я приехала, снесла пробную кладку. Покажу вам ее в этом видео. Ну а также расскажу вам новости, плохие и хорошие, которые случились с моими улиточками за эти 3 дня. Надеюсь, вам будет интересно. И начнем мы с плохих новостей, чтобы закончить хорошими. Начинаем! Первая плохая новость, то что у меня закончился мох, это весь мой мох и ягель, больше у меня нет ни моха, ни ягеля, ну, еще вот такой маленький коврик лесного моха, и все, это весь мой мох, и я его подготовила, потому что в следующем видео мы будем с вами убирать у вот этой вот просто горы улиток, и этот весь мох я буду использовать, да, ну нет, еще там у меня остался в пакетике мох, но он не мой, и поэтому я его использую для вот этого контейнера, да, скорее всего, вот так. Вторая плохая новость, субулины у меня ушли глубоко в завиток, я не знаю, может быть, это из-за того, что нет вентиляции, их никто не открывал, из-за того, что влага ушла, хотя как она могла уйти. Я не знаю, из-за чего это, но самая большая моя субулина ушла в завиток. Вчера она просыпалась, но сегодня вот я ее положила в водичку, с ней ничего не происходит. Я надеюсь, она как-то оживет. Ну, а тут у меня уже малыши субулинок. Вот. У них, скорее всего, тоже будем сегодня делать уборку. Ну, не знаю. Закрываем их. Третья плохая новость. Мои бананчики, ну, бананы-вентрикозы, если кто-то хочет прям, ну, чтобы это не бананы-вентрикозы были, а чтобы там, ну, чтобы по-серьезному как-то можно было называть их вид, можно сказать, это SPS бенины. Но на самом деле это вентрикоза и бени. Ну, короче, это гибриды, но SPS бенины, вот. Так, неопределенный вид, короче. Ну, вообще бананы-вентрикозы. Ну, в общем, не буду вас путать, SPS бенины. Бенины, да. Ну, короче, они покривили приростики. И поэтому вот такая плохая новость, номер 3. Сейчас будет новость плохая номер 4, если она, конечно, есть, не знаю. Да, есть. Новостей плохих не так уж и много, но они есть. И четвертая плохая новость, то что вчера я открываю вот этот контейнер, а на меня вылетает стая мошек. Таких треугольничков, знаете, ну, это ужасно, просто ужасно. Поэтому я и захотела делать уборку у всех. Конечно же, снять вам видео. А это были все плохие новости. Ну, еще можно сказать, что вот тут вот кладка, да? Это уже будет хорошая новость. Но вот тут вот кладка у нас, да, один улитенок вылупился, все яйца еще лежат. То есть это такая средняя новость. И мы переходим к хорошим новостям. Первая хорошая новость, что все улитки живые. Особенно мои редьки. Вчера приезжаю, мандаринка вот тут вот лежит. И чуть-чуть-чуть вот так вот шла от ракушки. Но на самом деле она просто как нормальная улитка спала. Так что с ней все хорошо. Вторая просто прекрасная новость. Каштан снес кладку. В комментариях напишите, сколько тут яиц, как вы думаете. Пишите, если комментарии открыты, если YouTube их не закрыл. Ну, короче, пишите в комментариях, как вы думаете, сколько тут яиц в кладке. Тут у меня написано эксики, потому что это был контейнер, в котором моей подружки, ну, короче, Соня, вот ее улитки, мои Tropic Snails, присылали эксиков, поэтому вот. Но на самом деле тут у меня сейчас инкубируются бананы-вентрикозы, вентрикозы, SPS-бенины, ну, короче, думаю, понятно, никого не запутала. Давайте сейчас откроем, я вам покажу, сколько же тут всего яиц в кладке. Открываем. Тут такая вентиляция. Немножко заклеена скотчем, немножко открыта, но каждый день их буду открывать. Вот, смотрите. Тут у нас 9 яиц, все они крупные. Так вот они выглядят. Сейчас я на них попшикаю водичкой. Вот. Так вот немножко их подвину. Все они, ну, достаточно хорошие, и мне вентрикозы очень хорошие яйца несут. Ну, каштан. Потому что мелкие, как вы знаете, уже нет. Вот, сейчас мы вот так вот побрызгаем. Вот, мелкая еще давно. Ну, то есть погибла, она не смогла снести 9 яиц, а каштан вот смог, потому что каштан больше, и он круглее, пухлее. Так вот, вчера, как я узнала, что он снес кладку, приезжаю, поднимаю каштан, он такой легенький вообще, и я понимаю, что кладка где-то в мхе. Открываю мох, а там 9 яиц такие. Вот, и инкубировала, конечно же, сразу, ну, как сразу, ну, инкубировала, вот. И переходим к третьей хорошей новости. Третья хорошая новость, все ее уже, скорее всего, знают. Улитята вылупились, вот они. Ну, из этой кладки, которая у меня инкубировалась, вылупился всего лишь один улитенок. И в комментариях вы можете написать, какой он, альбинка или стандарт. Так, надеюсь, комментарии открыты. Да что ж такое, не открывается. Там яйца все уже трясутся. В общем, считаю до 10, пока открываю этот контейнер, вы пишите в комментариях, если они открыты. Как вы думаете, какого окраса этот малыш? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И это стандартик. Кто написал стандартик, все молодцы. Вот. Сейчас я вставлю тут где-то фотографию стандартика, как он выглядит. Вот так вот он выглядит, вообще ракушка. Он вылупился из яичка, вот, из скорлупа. И он еще не кушает. Да, я так сказала, вылупился из яичка. Будто бы... Короче. Вот. Скорлупа еще его осталась от его яичка. Я имела в виду. Переходим к следующей хорошей новости.
Следующая хорошая новость. Макуляты хорошо подросли. Вот. Ну, а еще хорошая новость, что эктерики тоже хорошо подросли. Короче, все хорошо подросли, вот. И также Тафуля снесла пробную кладку. И вот, что из этого получилось. Я ее высушила, и получились такие маленькие скорлупочки, которые я потом перемолю, и будут они малюсенькой крупинкой кальция. Я не знаю, зачем, конечно, я их оставила. Это всего лишь там несколько яичек. Но все же, это какой-то кальций. Я не знаю, я просто решила их высушить. Высушились они у меня за сутки. Вот так вот получилось. И это были все хорошие новости. Ну, вообще хорошая новость, что я приехала к улиткам. Вот. А, кстати, забыла еще одну не очень хорошую новость, что мне надо все контейнеры убирать, и это будет в следующем видео, поэтому... Да. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, потому что видео теперь будет выходить часто. Вот. Всех обожаю, всех люблю, потому что вы досмотрели это видео до конца, и всем пока-пока!